Я пришла. Пришла, чтобы попрощаться с тобой. Жизнь. Сейчас я уезжаю очень далеко. После тебя я жила в очень странном доме. В умном доме. Но знаешь, он не смог заменить тебя. Он не пошел мне на пользу. Совсем не пошел. Это не дом, а настоящий дворец. У них очень много прислуги. У них одна комната, как весь наш дом. Посмотри на себя. Ты, как и я, одинокий, уставший, опустошенный. Но в моей памяти ты никогда не будешь таким одиноким. Ты всегда будешь шумным, как и мечтали две юные девушки, таким ярким, многолюдным, красочным. Я никогда не забуду тебя. Здесь мое детство. Здесь я мечтала. И здесь мое настоящее. Почему я пришел сюда? Ты не знаешь. Знаю. В этот раз знаю. Ты через несколько часов уедешь? Через час. Через час. Всего один час. Всего один. Ты со мной? Не причинив никому, кроме как самим себе, не причинив никому боль. Всего один час. Ты согласна?
Куда мы поедем? Эта женщина буквально не может расстаться с домом. Я еще не встречала такой любви к особняку. А я никого похожего на нее не видела и не слышала. Мама, давай. Ну же, пойдем уже. Мама, давай, идем. Мой внук по этой лестнице спускался бы в припрыжку. Мама, идем, мы уходим. Он бы спросил. Бабушка, а где моя игрушка? Мама, давай, идем уже, мама. Идем. Ну же, идем. Мама, давай, пойдем. Ты пожалеешь об этом. Идем, отпускай. Отпускай уже. Ну же, мама, идем, отцепись уже. Пойдем. Ты совершаешь самую большую ошибку в своей жизни, доченька. Мама, ну все, уже уходим. Уходим. Куда? Куда мы идем? Куда ты меня ведешь? Мы едем к тете Бинас. Ты там меня подождешь. Идем. А что ты будешь делать? Сразу побежишь в суд? А? Будешь ждать, когда разведется? Будешь ждать, когда возьмешь за руку? Мама, пойдем. Если хочешь, мы можем сейчас же прямо отсюда рвануть в наш квартал. Ты ведь как можно скорее хочешь воссоединиться с этим никчемным. Будь счастлива, Эджи. Так счастлива, как не смогла быть счастлива со мной. Хочешь, взявшись за руки, побежать за ним в трущобы? И этот никчемный... Ну же, пойдем, вытри слезы. Давай, вытри слезы. Вытри слезы, идем. Ты не будешь поливать слезами перед этой девкой, мама. Это не может быть правдой. Не может быть правдой. Не может быть правдой. Это не может быть правдой. Ты ждешь, что я сейчас войду в этот особняк и все там разнесу? Я войду в этот особняк, Селин. Наберусь терпения и войду. С первым же плачем моего сына я завершу игру, которую начала Эдже. Как только мой сын появится на свет, я завершу игру. Я уйду из этого особняка, забрав своего сына. Постой, дочка, стой. Не сходи с ума. Не могу. Эджи, доченька, мама, стой. Мама, пусти. Я не могу. Не могу. Я не могу. Есин. Что ты сделал, Есин? Что ты сделал? А?
что сделал. Селин! Что вы здесь делаете? Что здесь делает этот тип? Мы передумали разводиться, папа. Что за ерунда? А ну зайди в дом. Живо! Она врет. Она врет, Есин. Эта ведьма опять врет. Не так ли? Не молчи. Скажи мне, что вы разводитесь, Есин. Скажи. Прошу тебя, скажи что-нибудь. Скажи. Скажи, что вы разводитесь. Скажи, что это неправда. Скажи хоть что-нибудь. Что ты сделал? Ты все правильно поняла, Эдже. Я вернулся к жене. Дочка, что ты, по-твоему, делаешь? Через час у тебя будет суд. Мы не пойдем в суд, папа. Не говори так, Селин. Не надо, не поступай так ни со мной, ни с собой. Пожалуйста. Папа, теперь все зависит от твоего решения. Я сделала свой выбор. И если ты решишь, что мне нужно уйти, я уйду вместе с Есином. Ты снова... Да, папа. Снова вернусь в тот квартал. Нет никаких угроз. Я тебя ни к чему не принуждаю и не поднимаю тему с ребенком. Я не пытаюсь остаться в доме отца за счет угроз и шантажа. Теперь решение за тобой. Или ты скажешь нам уйти, и тогда я вернусь к той жизни. Или же дашь мне еще один шанс. Нам шанс. Дай мне шанс быть счастливой у тебя на глазах, папа. Селин. Не поступай так, дочка. Не заставляй нас пережить то же самое. Пожалуйста. Папа, доверься мне. Больше ничего не будет, как прежде. Пожалуйста. Ты хоть знаешь, что ты сделал? Ты знаешь, что ты сделал? Дочка? Да будь ты проклят! Будь ты проклят! Ты знаешь, что ты сделал! Ты знаешь, что ты сделал, проклятый! Будь ты проклят! И почему я должен отчитываться перед тобой, а? Нас разве что-то связывает, что я должен отчитываться? Нет. Что-то связывает? Нет. Все. Нет, не смей говорить так. Не смей так говорить со мной, Боже, наказание. Но я говорю, Эдже. Я могу тогда вечера повторять. Понятно? Я долго думал и решил вернуться к жене. Ты поняла? Почему ты так поступаешь с нами? Почему так поступаешь с нами? Ответь мне! Ответь мне! Скажи мне что-нибудь! Эдже. Скажи мне что-нибудь! Почему в последний момент ты так поступил с нами? Эдже, сколько хватит. Раз ты отказался от нас? Не изводи себя так, хорошо? Подумай о ребенке. Подумай о ребенке. Мы можем поехать за Эсмой, любимый. Иди сюда! Ты вернешься и за все ответишь. Вернешься и ответишь. Эдже. Ты мне ответишь. Смотри сюда. Посмотри мне в глаза. Эдже. Ты мне должен ответить. Эдже, не надо. Посмотри на меня. Посмотри мне в глаза. Смотри мне в глаза. Посмотри Эдже, на меня. Хватит. Эдже, хватит. Скажи хватит. Что-нибудь. Эдже, хватит. Подумай о ребенке. Доченька, подумай о ребенке. Эдже, подумай о ребенке. Доченька, Эдже. Эдже.
Эджи, родная! Эджи! Макс! Макс, ты где, приятель? Макс! Макс! Макс? Макс? О, боже, что это? В направлении Каракираса произошел несчастный случай. Видимо, упал со скалы, с обрыва. Скорую нужно, срочно, пожалуйста. Он очень тяжело ранен. Макс? Приятель? Куда мы приехали? Казан-ханум. Добро пожаловать на первый пикник в вашей жизни. Что ты сделал? Ну уже, бери. Не переживай, на самолет ты успеешь. Вот сюда. Так. Ага. Так, внимание, работаем аккуратно. Внимание, машина пошла. Thank you.
Как ты мог так поступить? Как ты мог так поступить? Как ты мог? Почему ты так поступил с нами? Почему так поступил? Почему? Почему? Хазумбей, как быть, когда она в таком состоянии? Василет Ханом, Эдже может остаться и отдыхать, сколько нужно. Но мое решение не изменилось и не изменится. Вы поняли меня? Да, Эдже Ханом, ты слышала, что он сказал? Слышала? Я хочу видеть сестру. Хочу видеть сестру. Зови сестру, зови. Ты ее зови, пусть она приедет. Сестра. Она ведь знала. Знала, как вам тайно встречу устраивать. Вот пусть теперь приедет и посмотрит, в каком состоянии ее сестра. Ох. Ох. Эх. Ох. Севда, зайди к ней и подожди. Ты жди, а я поеду за ее сестрой. Побудь с ней. Ну же, никуда не уходи. Какие красивые облака, да? Ну, вот тот, например, как заяц похож на него. Да нет, ты что, слепой? Это же горилла. Это орангутан. Я завел будильник, чтобы напомнить о времени. Это хорошо. Подожди. Я ни разу в своей жизни не срывал цветы. Даже для матери. Хотя, срывая цветок, ты его убиваешь, да?
если подумать, то все очень просто. Ни одно живое существо, будь то человек или ромашка, не может жить, не имея корней. Ну вот, к примеру, эта ромашка была здесь. На этих землях. В лесах Стамбула. А завтра вместе с тобой окажется на земле другой страны. Пустит там корни. И будет жить благодаря той капле воды, что ты ей дашь. Она будет жить со мной. Ты поддержишь в ней жизнь, Хазан? Поддержу, Егас. А может, ей не понравится та земля? Может, ей будет тесно в горшке? Может, цветок почувствует себя одиноким? Но ты поддержишь в ней жизнь. Я буду знать, что ты поддержишь в ней жизнь. Я буду это знать. Возможно, ей не понравится та земля. Возможно, и в горшке ей будет тесновато. И будет чувствовать себя одиноко. Но я не позволю ей завянуть. Давай, смотрите, давай, несут! Снимай! Снимайте, несут, скорее, снимайте! Снимайте! Снимайте скорее! Снимайте, снимайте скорее! Он жив? Случилось! Жив или нет? Смотрите, какое у него лицо! Если информация... Его жизнь в опасности! Он в опасности или он будет жить? Скажите! Прокомментируйте, он будет какое жить? Его состояние? Мы вас очень просим, господа, отойдите, пожалуйста! Прокомментируйте, пожалуйста! Какое его состояние? Пожалуйста, ответьте на вопросы! Как это произошло? На пару вопросов, пожалуйста, просим! Пожалуйста, прокомментируйте! Не мешайте работать! Он будет жить? Прокомментируйте, пожалуйста. Все потом, все позже. Скажите, как это произошло? Как его состояние? Смотрите, его машина вся разбита. Не мешайте нам работать. Снимайте, снимайте. Он будет жить. Давай, 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 снимем его. Снимай аккуратно. Снимайте. Снимай, снимай, снимай. Все, они увозят, увозят его.
Мы его теряем. Приступаю к массажу сердца. Мы его потеряем сейчас. Нужен дефибриллятор. Хорошо. Дефибриллятор готов. Разряд на 150. Отойди. Мы его теряем. Теряем. Еще раз. Отойди. Теряем. Мы его теряем. Разряд на 200. Разряд на 200. Отойди. Осторожно. Теряем. Пробуем 270. Разряд на 270 готов. Мы его теряем. Пробуем. Отходим. Мы теряем его. Приехали. Приехали. И ты уезжаешь. Время настало. И час закончился. Пролетел как миг. Сейчас и ты улетишь. У меня хоть получилось заставить тебя полюбить прощание? Нет. Это у тебя не получилось. Ты не смог заставить меня их полюбить. Не отпускай меня.
Не отпускай. Не уезжай. Пожалуйста. Пожалуйста, не уезжай. Прошу тебя. Прошу. Скажи мне, чтобы я не уезжала. Скажи. Если я попрошу тебя остаться, останься здесь со мной. Останься ради меня. Вот бы застыть и остаться здесь. Или уехать. Сесть в самолет и улететь вдвоем, не оглядываясь назад. Позови меня с собой. Улетели бы подальше отсюда. Улетели бы туда, где мы сможем всегда быть вдвоем. Скажи, останься. Скажи, поедем вместе. Скажи, что не улетишь. Скажи, что останешься. Скажи мне что-нибудь. Ну же, скажи, что мы летим вместе, что мы сбегаем. Скажи «мы». Просто скажи «мы». Ты сказал всего один день. Всего один день ты побудешь с собой. Ты сказал всего один час. Он закончился. Закончился. Один час закончился. Haklısın, biraz geç karşılaştık. Oysa hiç konuşmadan anlaştık. Bazı şeyler var ki söylenmiyor. Biz senle sözleri susarak açtık. İdi. İnsan acılarla kıvransa da ve o aşk İdi uje. Bir daha doğsa da dünyasını yeniden kursa da düşler ve gerçekler ayrı ayrı yaşar. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. Эта ведьма может и не открыть мне дверь. Сынок. Слушаю, госпожа. Моя дочь здесь живет. Ее зовут Хазан Чамкран. Если есть запасные ключи, дай мне, пожалуйста. Хазан Ханум уехала. А, уехала? Куда уехала, сынок? До отъезда еще много времени осталось. Ты дай мне запасные ключи. Хазан Ханум уехала со своим багажом, а это оставила вам. Что значит уехала с багажом, сынок? У нее же еще много времени до отъезда. Моя дочь уехала. 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 Моя розочка уехала. Моя розочка. Уехала моя розочка. Доченька моя. Пассажиров рейса Стамбул-Лондон просим пройти к выходу номер 302. С
Самолет произвел посадку рейсом 2320 в Стамбул. Рейс 2930 из Артвин задерживается. Пассажиры рейса 224, господин Тамир Карадуман и госпожа Айши Карадуман, просим вас пройти на посадку. Объявляется посадка на рейс 2315. Эрдал, обзвони всех друзей Синана, проверь все места, куда он мог бы пойти, и найди мне моего сына. Найди Синана. Хазымби, на обед. Где Гюхан? Ты поступил правильно. Для маленького ребенка это было самым разумным решением. Ты поступил правильно. Ты поступил правильно. Недолго осталось, Джамиле. Совсем недолго. Недолго осталось, Джамиле. Вот, моих поцелуев больше. Больше всех я поцелую. Я поцелую. Мама сейчас же вернется, ладно? У меня маленькое дельце.
Как только улажу, сразу уже вернусь. Возьми вот это. Когда меня не было, ты очень хорошо заботилась о нем. Продолжай заботиться, а я вернусь. Хорошо? Улыбнись. И что нам делать? Я так и буду прятаться. Что ты скажешь про мою дочь людям? Что ты здесь делаешь? Я же сказал не показываться. Держи рот на замке, Ясемин. Не смей, даже отец не должен знать, что у тебя есть дочь. Не смей. Тебе же стыдно, да? Чтобы не выглядеть глупцом, ты никому не скажешь. Ты... Ты... Да как ты посмел? Отец, минутку, минутку, папа. Что ты делаешь в моем доме? Что ты здесь делаешь? Добро пожаловать, офицеры. Что значит, я привел Гёхан, а? Что это значит? Отец, я еще утром собирался сказать, но... Говорить не о чем. Эта женщина немедленно покинет мой дом. Немедленно, и точка. Я и так собирался отвезти Ясемин на ферму. Уф. Хазембей, мне кажется, вам стоит еще немного подумать. Более того, пусть Гикхан уйдет, и мы с вами поговорим вдвоем. Когда нет Гикхана, мы лучше понимаем друг друга. Я так думаю. Лучше бы ты прилегла. Я не могу лежать. Я не могу оставаться в этой комнате. Как ты так мог поступить с нами, Ясин? Стой, стой, стой. Не двигайся. Как ты мог? Хоть давление измерим. Ты же в положении. Сними, я уйду. Стой, Дже. Стой. Я уйду, отпусти. Стой. Что ты вновь значит? Поставил меня что лицом к лицу с этой женщиной. На что вы намекаете? Я не могу понять. В чем дело? Нам нужно встретиться с Хазымом Эгеменом. Это Ханум, его супруга. Что-то случилось? Нам очень жаль, уважаемая. Синан Эгемен? Эда, выключи уже эту штуку. Мы в самолете. Мы в самолете. Уф, мы еще не взлетели, мама. Прощай, Хазан. Думаю, от злости у вас подскочило давление, Хазанбей, потому что такому мужественному поведению иного объяснения не дать. Ты подлая. Отец, да что происходит? На что вы намекаете? Гёхан, мало того, что ты осмелился привести сюда эту женщину, так еще и требуешь объяснений? Если хотите, я отвечу на вопрос Гекхана, то есть если вас это так затрудняет. Ясемин! Я прекрасно знаю, что, где и когда с тобой обсуждать. Хазым. Эдже, позже, у нас важный разговор. Хазым. Я же сказал, у нас важный разговор, Эдже. Синан. Синан? Что с ним? Что случилось с Синаном? Что с Синаном? Синан пришел? Мне очень жаль. Жаль? Что случилось? Скажи уже. Он попал в ужасную автокатастрофу. Что? Синан? Синан. Полиция. Синан. Синан.
Сынок! Сынок! Так, я не понял, а где полиция? Сынок. Сынок. Хазамей, нам очень жаль, но ваш сын... Нам очень жаль. Сынок. Сынок. Сын мой. Сынок.